Они ехали к окулисту, но попали к травматологу. Молодая пара из Кузоватовского района везли свою полуторагодовалую дочку на осмотр в глазное отделение детской областной клинической больницы. Но по пути семья Сидоровых попала в серьезное ДТП. При столкновении с «Газелью» их машина перевернулась. Ребенок, сидевший пристегнутым на заднем сидении, вылетел из детского кресла. В результате черепно-мозговая травма и перелом бедра. Малышку сначала госпитализировали в реанимацию, где врачи под наркозом провели репозицию кости. Когда состояние ребенка стабилизировалось, ребенок был переведен в травматологическое отделение, где осуществлялось дальнейшее лечение. На данный момент состояние ребенка удовлетворительное, планируется выписка ребенка. Во время лечения от маленькой пациентки ни на шаг не отходят ее мама и папа. Хранительница домашнего очага Алина с опаской вспоминает день аварии. Она так же, как и дочь, получила травмы. Ребенок лежал как бы уже вне машины, а с ним уехала свекровь, а меня из машины вытаскивали. И у меня отвезли на скорой помощи. Сейчас хорошо, спасибо врачам. Нас наблюдал вот Кузин Алексей Александрович. Вот. В четверг нас гипсуют, и в пятницу у нас уже выписка. Сегодня чета Сидоровых и их любимая дочка отправляются домой и будут наблюдаться врачей уже по месту жительства. А вот когда выпишут 9-летнего Матвея, который пребывает в соседней палате, пока неизвестно. Врачи областной больницы вытащили мальчика с того света. В предпоследний июльский день будущий третьеклассник не подозревал, что спеша к бабушке на велосипеде окажется под колесами автомобиля. Четверо суток он был на искусственной вентиляции легких. Там была тяжелая сочетная травма, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. И, конечно, при такой травме, как правило, ребенок находится в коме. После этого ребенка экстубировали, перевели на самостоятельное дыхание. И постепенно ребенок восстанавливался. После комы Матвей будто учится делать все заново. Он уже начал самостоятельно кушать, но вот ходить пока тяжело, привыкает к металлической спице в левой ноге. Сейчас ему во всем помогает мама. Наталья до сих пор не верит в происходящее, боится представить, что чуть не потеряла сына. Говорят, что динамика очень хорошая. Ребенок как бы идет на поправку. Ну, здесь врачи вообще хорошие. Спасибо этим врачам. Что не подняли ребенка с того света, как говорится. Сейчас главная мечта у Матвея – скорее вернуться домой, а у его мамы вновь увидеть своего ребенка здоровым и широкой улыбкой на лице. Рената Льгулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.